А счет-то? Инспектор ГИБДД осматривает машины МУБЖЭК для зимнего содержания дорог. Подходит к любой, проверяет работу техники и документы водителей. Тщательно осматривает машины и представитель Гостехнадзора, чтобы вынести свой вердикт. Насколько предприятие готово к зиме. Я скажу, что в этом году подготовлена техника лучше, чем предыдущие годы. Большее количество техники представлено, которая будет заниматься уборкой города в зимний период. Ее качественное состояние выше. В распоряжении МУБЖЭК 88 машин для зимней уборки. Этого количества хватит для зимы без аномальных снегопадов. Практически каждая машина уже сегодня готова к работе. Впрочем, первая в этом сезоне подсыпка дорог уже проводилась. Сейчас мы особое внимание обращаем на мосты, на подъезды к мостам, потому что на этих участках автомобильных дорог в первую очередь образуются скользкости. После осмотра техники комиссия посетила один из двух снежных полигонов города в Боровлево. Вот такие машины со снегом могут разгружаться здесь 30 тысяч раз. Места хватит. В этом году здесь появится освещение и более удобный подъезд. Здорово. Когда промерзнет, сделаны съезды. Слева, вот центр и справа. То есть машина будет заезжать непосредственно на территорию. Дороги будут обрабатывать соляным раствором, причем в буквальном смысле доисторическим. Воду достают из расположенного под Тверью подземного водоема кембрийского периода. Он начался где-то 500 миллионов лет назад. Скважину построили в советское время, а в этом году МУБЖЭК ее переоборудовал и получил лицензию на использование. Скважина у нас 200 метров. Добыча ведется со 134 метров глубинным насосом. Подается вот в эти емкости накопители. В общем, объем где-то 190 тонн. И дальше разливается в машины для поливки рассолом. По традиции зимой будет использоваться и песко-соляная смесь. Всего на один сезон готовят около 45 тысяч тонн. Сзади меня вы видите порядка 10 тысяч тонн песко-соляной смеси, уже подготовленной. Никаких там отрицательных воздействий на дорожное покрытие песко-соляная смесь не имеет. В итоге комиссия постановила, проверку ЖЭК прошло, причем с более высокими результатами, чем в предыдущие годы. В этом году значительная техника подготовлена, и со слов начальника колонны, что и были заменены все цепи, ремни, гидравлики были заменены. Даже мы видим, что уже сейчас, на данный момент, уже и песок заготовлен, и соль. В прошлом году этого не было. Предприятие уже работает круглосуточно, и такой режим сохранится всю зиму. А чтобы быстрее справляться с уборкой, сейчас проводится дополнительный набор трактористов и водителей. Никита Васильев, Твериград ТВ.